сохранил. Все, что сделал ты, стерлось из памяти. Никаких файлов больше нет, и не поможет Ctrl-Z. Ты не сохранил, все папки пусты. Я вижу, ты в панике, но проблему эту не решит даже Ctrl-I-Delete. Меня смотрел часами ты. Только мною были мысли твои заняты. Ты помнил все мои клавиши горячие, а теперь забыл начисто, где они и что они значили. Раньше, если между нами случалась ссора, ты знал всегда, где погладить надо курсором. Но это в прошлом, ты давно забил на надписи в моих окошках. И знаешь вот что, чем притворяться невинным и безгрешным. Мол, я взяла и сама отключилась. Ты лучше вспомни, куда вставлял свою флешку и откуда на ней этот вирус. Ты не сохранил все, что сделал ты. Стерлось из моей памяти. Никаких файлов больше нет. Ты не поможет Ctrl-Z. Ты не сохранил все папки пусты. Я вижу, ты в панике, но проблему эту не решишь даже Ctrl-I-Delete. Ты не сохранил. Когда-то ты меня понимала с полуклика. Я наслаждался на мониторе твоем каждым бликом. И никаких глюков, никаких багов. Теперь ты каждые полчаса готова зависнуть на год. Из-за любого пустяка истерика. И так уже месяца три по меньшей мере как. И нафига тогда мы столько времени потратили. Теперь уже никак не сдать тебя по гарантии. Корзина забита под завязку нашим общим мусором. И с каждым днем все труднее быть твоим юзером. Давай обиды сбросим мелкие и большие. А я зайду потом в безопасном режиме. Ты не сохранил все, что сделал ты. Стерлось из моей памяти. Никаких файлов больше нет. Ты не поможет Ctrl-Z. Ты не сохранил все папки пусты. Я вижу, ты в панике, но проблему эту не решить даже Ctrl-Alt-Delete. Ты не сохранил